Открыли праздник солисты Чечеульского дома культуры. Благодаря их выступлению организаторам удалось создать душевную и теплую атмосферу. После гимна семьи были подведены итоги конкурса сочинений «Семейное счастье». Организатором конкурса выступил Каннский филиал Центра семейных форм воспитания. Главным партнером стал Каннский педагогический колледж. А также его поддержали и СМИ города, наша телекомпания и газета «Каннские ведомости». Ребята писали о том, как они обрели свое семейное счастье и что оно значит для них. Работы потрясающие по глубине и по искренности, поэтому действительно, когда их читаешь, мурашки по всему телу. Действительно, вам большое спасибо и спасибо, естественно, не только деткам, но и их родителям. Финалистов конкурса пригласили на праздник, и это оказалась большая и дружная компания. В семье Дьяконовых, например, пятеро приемных детей. Но несмотря на такую многочисленность, там всегда царит понимание и любовь. Семья – это когда-то свет, любовь, радость, нету горя и зла. Но семья – это любовь. Да, это твоя любовь, счастье. А Олеся Юршевич и ее супруг стали замещающими родителями сразу трем ребятишкам. Сначала одного, и потом, как было написано в сочинении, мы проходили комиссию в больнице с Тихоном. И увидали Сашу с Кириллом. И все, через два дня мы поехали в детский дом и забрали уже. А почему приняли для себя такое решение взять ребятишек? Ну, как бы уже... Ребенок старший вырос по медицинским показателям, а душа еще молодая. Еще любви много, еще жизнь для себя я тоже не вижу смысла. Выбрать победителя было не так просто, но тем не менее жюри пришлось это сделать. Мы перечитали все сочинения, да, они действительно очень трогательные. Но все-таки мы остановились на сочинении Сенченко Сергея. Сергей живет в семье Латвиненко с 2 лет, парню уже 14. И он очень благодарен своим родителям. Они смогли подарить ему семейное счастье, которого он, будучи малышом, еще был лишен. Латвиненко считает, что семья обязательно должна быть с детьми. И чем их больше, тем лучше. Семья. Что еще можно добавить к тому, что придумано уже людьми? Ну, до 7 не дотянули, ну, 3 тоже неплохо. Нужно отметить, праздник в День семьи, любви и верности прошел в ресторане «Канны» впервые. Но организаторы планируют проводить теперь его ежегодно. Праздник получился светлый, добрый. Люди откликнулись, тем более мы проводили такой интересный конкурс. Это было все впервые на самом деле. И я думаю, что это станет нашей традицией. Для вас семья что? Что есть для вас семья? Ну, для меня семья – это весь мой мир, моя вселенная.